Нам предстоятельная дорога по другим храмам. Путешествие по Камбодже продолжается. В городе Сиемреап почти не увидишь машин. Всюду снуют мотоциклы и мотобайки, а еще и похожие на тук-туки. Храм Тапром расположен в провинции Сиемреап, Камбоджи. Построен кхмерскими мастерами в конце 12-го, начале 13 века нашей эры. Первоначально храм имел название Раджавихара. Храм Тапром был основан кхмерским королем Джаяварманом VII, как буддийский университет-монастырь. Храм остался таким, как его нашли. Площадь комплекса Тапром составляет около 700 тысяч квадратных метров и была обнесена латеритовой стеной. Храм имеет одноярусную структуру, центром которой является главная башня, состоящая из четырех ярусов и скрытая за четырьмя линиями ограждения. Все четыре уровня стен храма Тапром имели по четыре башни, выходящие на все стороны света, и четыре угловые гопуры. В храме Тапром в древние времена, а это в 12-13 столетиях нашей эры, Тапром и его окрестностях был домом для 12,5 тысяч человек, из которых 18 были высшими священнослужителями, 615 человек
танцовщицами в храме, а в окрестностях храма Тапрон проживало около 80 тысяч человек. В храме Тапрон заслуживает пристального внимания его резные барельефы. Все изображения сцены проходят образ Прагьяпарамиты, являющий собой олицетворение мудрости. Моделью в данном случае была никто иная, как мать Джаявармана VII, в честь которой и был возведен этот монастырь. Один секрет Тапрона удивляет, озадачивает и несколько шокирует. Только на одном из барельефов Тапрона изображен динозавр. Да, это не отпечатка, самый настоящий динозавр, а именно стегозавр. Откуда он там взялся, что делает среди оленей и лебедей? Большой вопрос. На сегодняшний день яркой отличительной особенностью Тапрона, выделяющей его на фоне других храмов Ангкора, являются оплетающие постройки мощные корни деревьев. С одной стороны, гигантские корни – это визитная карточка Тапрона. Небольшой деревянный мостик, проложенный сквозь стену и проходящий под основанием дерева, позволяет увидеть, как стволы тетрамелиса год за годом пробивают себе путь в земле, раздвигая блоки храма и причудливо извиваясь вдоль стыков камней. Все стены храмов, как одна большая книга, расписаны информацией в графическом исполнении. Гиды рассказывают много тонкостей и особенностей этих барельефов. Почти везде обыгрываются образы вечно юных и не по-азиатски полногрудных девушек апсар. Апсары – это танцовщицы, исполняющие танцы для своего покровителя. Многие блоки пронумерованы. Кто-то рассказывал, что в середине 20 века была произведена большая работа по реставрации и сохранению храмов. Ученые из многих стран, в большей степени из Франции и Японии, разбирали храмы по блокам, нумеровали их, делали схемы, потом собирали снова, как конструктор Лего по инструкции. Звучит странновато. Не могли же они разобрать башню, в которую вросло дерево? Но тем не менее, номера присутствуют. Особую славу храм Тапрон снискал после съемок фильма «Лара Крофт. Расхитительница гробниц», где в главной роли сыграла Анджелина Джоли.
Благодаря симбиозу каменных строений и окутываешь деревьев с большими корнями, это дело коварных фикусов, которые постепенно разрушают храм, но делают это максимально красиво. Выбор храма Тапрон для съемок произошел не случайно. Именно этот храм меньше очищен от джунглей, так как многие деревья просто въелись в руины, и убрать их, не повредив строение, невозможно. Известно, что в этом храме хранились огромные запасы золота и драгоценностей в древние времена. Thank you.
Храм Тапрон очень популярен среди туристов из-за того, что храм был оставлен практически в том виде, в каком его нашли исследователи. Джунгли, окружавшие храм, не были вырублены, а сквозь стены прорастают гигантские деревья бадьяна, удалить которые теперь невозможно, не разрушив стены. Это даже не деревья, а какие-то застывшие гигантские кальмары, присосавшиеся к своим жертвам. Гигантские деревья в храме Тапрон находятся под охраной ЮНЕСКО. Каждому дереву была сделана прививка, препятствующая его дальнейшему росту, чтобы деревья окончательно не разрушили храм. Помимо гигантских деревьев тетрамелиса, вековые стены храма покрывают многочисленные фикусы, причем от основного взрослого ствола дерева отходят десятки воздушных корней, которые устремляются вниз, оплетая все на своем пути, и, достигнув земли, укореняются, подпитывая растение и давая ему силы расти больше ввысь и вширь. Наша группа попала под большой ливень. Дождь лил, как из ведра. Я как-то умудрился снимать под ливнем. Гроза и раскат грома в храме Тапрон не дал нашей группе очень тщательно рассмотреть и запечатлеть на камеру. Время шло, и нам надо было возвращаться к автобусу, шагая по лужам в туфлях под ливнем. Это было ужас какой-то. Я промок весь до нитки. Слава богу, камера исправно работала.
Жаль было расставаться, не досмотрев храм Топром до конца. Никто не хочет уезжать из таинственной Камбоджи, не погуляв по одному из самых эффективных храмов комплекса Ангкора. Проезжая мимо других храмов, мы мысленно прощаемся с этими храмами. Сегодня мы покидаем Камбоджу, едем обратно в Таиланд.
В этом ресторане мы по возвращению скоро отъезжаем в Таиланд. Переходим границу камбоджийскую. Когда мы выехали на автобусе из храма, погода наладилась. Выглянуло солнышко, как будто и не было ливня. Ресторанчик называется Санкт-Петербург 3.